12 февраля 2020 года. Въезд на территорию Форт Цин. Вот в эту сторону дорожка пошла. Прямо это на Люкенвальде. За спиной, сейчас повернемся, на Ютербок через Клостер Цин. Это на Ютербок. Пасмурно. 10 часов утра сейчас. Я выезжал. Была замечательно солнечная погода. Прохладно было, 2 градуса тепла. Сейчас также 2 градуса, но пасмурно. За этот час солнце ушло. Видно, что тучи. Намереваемся заехать на территорию. Ветерок противный. Определились, вот тут все бывали. Кто проходил воинскую службу, наверняка здесь или проходили, или проезжали. Именно вот в этот съезд или заезд туда. Клостер Цин на Ютербок. На Люкенвальде. Автомобильная дорога. Нам же надо вот в эту сторону. Вся территория заповедник в настоящее время. Всякая деятельность запрещена. Здесь тоже можно выйти на Алтес, извините, на Люкенвальде. По велосипедам или автомобильным транспортом. Дорожка есть такая лесная. Тут метров 150-200 будет уже речушка. Ну-то будет шлагбаум. Вот и все. Не будем мы делать по дороге видео. Мы ранее делали. Неоднократно. Вот это развилка. Дорога еще целая, еще с тех далеких времен. Ничего ей не делается. Ничего ей не делается. Завершаем наше видео. До новых встреч. 12 февраля 2020 года. Въезд на Форт Цин.